Самое грандиозное событие 25-го года. В Центральном академическом театре Российской армии состоится финальный концерт «Голоса Победы». Вместе с популярными артистами на сцену поднимутся дети. Если тебе от 5 до 17 лет, если ты ребенок участника специальной военной операции, военнослужащего или ребенок Донбасса, если ты любишь и умеешь петь, «Голоса Победы» ждут тебя. Отправляй заявку до 31 октября на сайте героибудущеговремени.рф. При поддержке администрации президента, президентского фонда культурных инициатив, совместно с Министерством обороны Российской Федерации –